Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби героя. 36-й у меня ранг. Хочу, друзья мои, перейти на 37-й, но у меня не получается. Просто бесит, что тут творится. Дичь какая-то. Кстати, колода у меня, ребята, пробная. Сделал на спортсменах. И, как ты видишь, играем за ржавого разряда. Поиск соперника. Так, Цитрон. 36-й ранг, такой же, как у меня. Так, ладно, давай начнем потихонечку. Потихонечку. Не знаю, на чем там Цитрон будет играть. Но с ним сложно, ребята. Сам по себе знаю. Опачки, видишь, что творит. Так, неужели на бобовых? Ну да, что-то, скорее всего, именно такое будет у нас. На бобовых будет играть. Ага. Пью. Ну, естественно, уничтожит. Как же. Это что, издевательство, что ли? А где мои все карты-то? Ё-моё, блин. Чё вы мне одних этих надавали? Офигею. Да. Хм. Что, так и будешь, что ли, тебе туда-сюда крутиться-то, блин? Так, я единственное, что могу сейчас призвать, это... Вот так вот. Так, сработала защиточка. Давай, наверное, здесь вот бомбанем. Так, что мы будем с тобой делать? Давай, наверное, сюда вот поставим. Так, сюда влепим. Ну и все пока, да? О, как решил. Окей. Ладно, погнали. До 11 бы энергии дождаться было бы, конечно, неплохо. Так, что мы сделаем здесь? Давай, наверное, вот так вот. Что там Цитрон делает? Неуязвимость. Поехали. Слушай, он сейчас этих семян себе бобовых наберет целую кучу, мне кажется. И вот это уже будет плохо. Это уже будет плохо. Что там уничтожает зомби? Ага. Этот тоже погибает, естественно, так? Ох ты, смотри, что творит. Ладушки. Так, сколько нам там до 11 энергии-то, ё-моё? Что-то дофигища, да? 8 только. Mm-hmm.
Ты посмотри, а. Набрал этих стручковых своих. Может быть, я зарядку сделал, а? Сейчас у него сработает ведь защита, насколько я могу понимать. Нет, не сработало. В одно жало там пропищали. Не-не-не-не, не получится у тебя уничтожить. Так, ну что, поставим, наверное, вот так вот. Угу. Ну и все пока. Так, срабатывает защита. Восстанавливаем себе здоровье, ребята. Еще ход. Еще один ход нам нужно прожить. Каким-то образом, блин. Ну и что-то там задумался, Цитрон, блин. А, это же... Сори, друзья мои. Сижу, жду, думаю, когда он там сходит. Опа. Так, это уже интересно. Поехали, блин, у него, правда, сейчас тут... Сработает защита. Что он сделает? Так, нам нужно будет с тобой, знаешь что? Призывать Гаргантюах. Обязательно, на следующем ходу. Все, я пропускаю. Ждем. О, начинается веселье. Окей. Так. Это что у нас тут такое? Не понял, кого-то переместить надо? Поехали! Все, крышка ему. Превосходно. Гаргантюа мне помогли. А он начал тут свои уже росточки выставлять. Ладно, поехали. Первый бой с горем пополам, ребят. Двигаемся дальше, смотреть будем, что у нас тут происходить. Сейчас будут в основном, я тебе говорю, цитроны. Потом что-то у нас любимое еще. Да-да-да, зеленая тень. И любит еще этого выставлять. Розу, ё-моё. Да, друзья мои, еще розу. Ну, поехали, пока остановимся на этом. Так, что у нас там дальше-то будет? Да пока ничего. Понижение атаки. Где мои камни? Где мои валуны, блин? Они их сейчас не дают. Так, неужели на заморозках, а? Точно, ребята, скорее всего, она на заморозках. А, нет, нет, не на заморозках. Ну, давай ты. Давай сделаем так. Ну, естественно, прокачивает.
Вот так вот, решил сразу в бой пойти. Ну, это зря ты, парень, конечно. Придется уничтожить, конечно же. Что, думаешь, я буду любоваться на него, что ли? Так. Рикошет. Ну, давай вот этого. Вот этого, пожалуйста. Рикошет вот этого тренера. Ай-яй-яй. Слушай, мне нужно 3 энергии, ведь так? Ведь так. Три энергии мне нужно, ребят, сохранить для того, чтобы уничтожить, естественно, этого горхострела. Ну, видимо, в другой жизни, да? Ладно, хорошо. Защита все равно пока сработает. А вот здесь... Блин, да нафиг мне вот это вот. Он все равно атаки не имеет. Так, этому крышка, наверное, да? Тыч, этот еще пока выживет. Ну вот, вот он, камушек мой, валунчик родной. Камушек, валунчик родной. Пока мы не будем трогать здесь ничего. Ага. Все? Успокоился? Так, поехали, короче. Раз в расход. Ну, естественно, два в расход. И... Так, этого мы уничтожим, хотя... Да, здесь, наверное. Превосходно, поехали. Тюнс. Замечательно. Так, ну что, думаем? Невыгодно. Так, тоже невыгодно, хотя... Ну да, если мы с тобой вот так вот сделаем, то будет нормуль. Опачки, у нее тоже, смотри-ка, что есть. Ох ты. Ну, естественно, естественно, у него этот появляется, да? Наносит, ну да, я так и думал, ребят. Так. Ну и что дальше делаем? Так, наверное, и вот так вот. Посмотрим. Угу. Пошли бобовые, короче. Убрал. Убрал карту, друзья мои. Так, ну что, все тогда, парень, доигрался ты. Да-да-да-да-да, вызывай тут Стручковую, этого уничтожаем, короче, ракетой. И пошел он, кази, в трещину. Ж-тюк. Пока. Сразу сдался. Не прокатил фокус. Так, ну что, друзья мои, тогда двигаемся дальше. Потихоньку, потихоньку. Ну, так всегда у меня. Я дохожу обычно до 4-й победы, а потом резко так вниз лечу. Не то чтобы медленно, а резко. Так, ну тут-то чего вы надавали-то? Это вот... Да ёк-макарёк. Замастезила 100% на этих, наверное, на отхиле. Хотя я не могу утверждать точно.
Та-та-та-та, пропускаем ход. Тоже что-то там собирает, коллекционирует, а? Вот только что. Блин, мне как ни крути, все равно приходится первым ходить, да? Ладно, поехали. Ну, допустим. Где тренер? Где тренер? Мне нужен уже к этому времени тренер, чтобы был. Он вытягивает две карты. Что-то добор делает какой-то лютый. Что-то комбинацию, видимо, ищет. Хм. Какую, ребята, он там комбу ищет, а? Скажи-ка мне на милость. Опачки. Грибочек вырос. И бонг чё я поставил, да? Ну, грибок, естественно, ликвидируем тогда. Я как бы не хочу, чтобы он ему тут энергию давал дополнительную. А с этим разберемся. Правда, у него сработает защита скоро. А вот и тренер подоспел, друзья. Вот и тренер подоспел. Тренер — это всегда хорошо, но не забывай, что он может съесть. Ха, вот он что делает. Так, первая его защита. Будет кого-то схавывать. Наверное, вот этого съест. Странно очень. Это очень странно. Еще один тренер. Ну, ждем. Опа. Давай кого-нибудь крупненького, жирненького. Да зачем ты этот грибок сюда ставишь? Ага, вот этого, наверное, мы с собой уничтожим, да? Да, я думаю, этого уничтожим. Три. Блин, у него все равно защита сработает. О, как делает. Так, ну ясен перец, этого уничтожаем. Тут... тут к бабке не ходи. Да ты заколебал уже, а? Так, поехали. Так, давай. А, защита. Ну, конечно же, защита, ребят. Кого схавает? Никого. Но это я пока никого не схавал, да? Слушай, у него могилоид, наверное, есть. Рискованно выставлять его, да, по идее? Давай вот так вот сделаем. Слушай, если у него есть хилка вот эта вот, значит, у него... Так, этого убиваем. Понятное дело. Слушай, если мы его убьем, три... Сколько там у нас? Три, пять и четыре. Девять урона. Все, ему крышка, ребят. Смотри. Три, два и четыре в лицо потом. Все. Замечательно. Так, ну что, остается лишь одна победа, но я тебе говорю, что до четырех побед у меня как-то еще более-менее получается. Вот пятую взять. Пятую взять не получается. Так что давай попробуем. Может быть, сегодня перейдем на 37 ранг. Может быть. Так, бабах. Друзья мои, картошка. Я на таких высоких рангах, если честно, картошку не видел, чтобы она дралась. Интересно. Да вы издеваетесь, да?
Капец. Ох, надавали мне. Блин, картошка со своими минами. Я сам за нее играл, я знаю, на что она способна. Особенно если есть легендарные карты. Ой, разрыв мозга. У меня начало вообще отвратительное. Ни стража нету, ничего, ребят. Ждать первого хода до трех энергии. Он меня может уже пол хп снести. Такими темпами. Да ладно, неужели это фарт божий, что я перехожу на 37-й ранг вот такой халявой? Ребята, аллилуйя. Ну, по-другому не скажешь. Понимаешь? Где-то должно повезти все-таки Рэю. Вот и повезло. Соответственно, мы с тобой переходим на 37-й ранг. Вот это круто. Да. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Так, и кто у нас тут? Ага. Зеленая тень 39 ранга. Так, ладно, это поменяем. Да блин! Зашибись. Вот это вот меня больше всего раздражает. Когда вот дают вот такие вот карты большие, ребят. Ну, что вот мне вот с ним делать? Я ничего не могу сделать. Получает 3 в лицо. Да, жесть. Так, размещает ландшафт. Не знаю, правда, зачем. Хочет, наверное, здесь кого-то выставить. А кого? Черт его знает, ребят, кого он там будет выставлять сейчас. Вот с ландшафтами у меня проблема, если честно. Ох. Так, рикошет делает. 6 в лицо. Так, конечно, мощно. Так, у него, наверное, есть, я так понимаю, шар, который, да, 5 в лицо бьет. А, нет, вот он как делает. И опять же тебе хочу сказать, что это все из-за того, что, ребята, у меня просто нечего поставить. А что, защита срабатывать не будет, да, сегодня? Зачем? Ну, посмотрим так хотя бы. Уничтожает зомби опять же, да? Опять за свое. Так, а кто у нас тут появится? Ага. Тю-тюн. А надеюсь, у тебя нету, гаденыш, бонусной атаки, а? Не хотелось бы на нее попасть. Есть, ты прикинь, у него вот бонусная атака есть. Так, ладно, хотя бы минус один. Угу. Ну что, я могу себе вот так вот позволить. И вот так. Ага. Вот что он затеял. Так, ну нас спасет. Спасет наш крейсер от всяких уронов. Угу, отлично. Так, ну что, теперь будем разбирать. Будем, друзья мои, разбирать. Видишь, что творит. Опачки. Так, ну в первую очередь уничтожаем, естественно, этого. Это раз. Ставим здесь с тобой защиту. Это два. Так, меняем. И что? Что нам сделать? И сделать вот так вот надо. Поехали.
отлично. Так даже будет лучше. Чё он там опять создает, да, свою фигню эту? Так, ну что, нанесем бонусную атаку? А, он сдался. Вот такой вот у него был план, видишь? Поставить мокрое вот это место и начать тут шурудить. В принципе, у него практически получилось. У меня осталось там... Ну, защита бы сработала, конечно, но все равно, ребят. Опасно это было. Так, блин, вот теперь Роза. С этой-то говнюхой тоже, ребята. Я не знаю, на чем. На бобовых она играет или на заморозке. Не знаю, сейчас посмотрим. У нее еще карты такие, блин. Превращает в козла, превращает в обычного там зомби. В общем, не очень хорошие. Может быть, даже на отхиле. Угу, видишь, что творит? Свой терновник этот потратила. Правильно? Зачем он ей нужен, терновник? Ничего, да, не станет делать? Нет, стало. Давай сюда вот тебя переместим. Поехали. Только я ему два в лицо наношу, а он мне три. Так, поехали. Сейчас не удивлюсь, если начнется всякая там заморозка и тому подобное. А может быть даже отхил. Скорее всего отхил будет. 35-й ранг, как ни крути. О, вот, значит все-таки на бобовых, да? Погнали. Вот начинается этот расколбас. Хорош там орать. Интересно. Ладно, поехали. Давай так сделаем. Так, сейчас еще змея здесь, да, появится? Давай я вот так вот сделаю, фиг с ним. Сейчас будет превращать там в кого-нибудь, в зомбика в какой-нибудь, да, или в... Мы сейчас нанесем урон. Ну, тут понятно, ребят. Тут все уже понятно. Сейчас начнется превращение, смотри. В козла. Кого он в козла превратит? Этого или вот этого? А, заморозку делает. Окей, но он карту берет. Он берет карту. Так, что нам тут сделать-то лучше? Наверное, вот так вот. Пока. Какую-нибудь пакость надо ожидать. Обязательно. Ну вот, вот он, ребята, и пакость. Хочет уничтожить, да? Ага, вот даже как. Хм. Слушай, на подсолнухах решил сыграть парень. Хорошо, фиксим, давай сделаем так. Oh.
У него две карты, но у него сейчас энергии, конечно, тут надают. Целый арсенал. Ну что будем делать? Давай я вот так вот поставлю. И вот так. Сейчас будет самое интересное. Что-нибудь на воду поставят или еще что-нибудь? Хотя на воду ему не выгодно. Сразу тогда погибнет. Но я специально оставил себе здесь бонусную атаку. Я думаю, ты понимаешь, для чего, да? Так, что-то Роза задумалась. Вот оно что. От бонусной атаки, как ты понимаешь, толку никакого уже не будет. Так, поехали. Так. Чуть-чуть нам не хватает, да? Так, сколько ты наносишь? 2 единицы урона всем. Всем. Так что давай наноси. Ну что, теперь только, ребята, бонусная атака нас спасет. Вот это вот. Да ладно. Вы сейчас, блядь, прикалываетесь, что ли, ребят? Ну вот как так может быть, блин? Ну что ему в конце выпал вонючий патиссон? Не что-нибудь, блин, а именно патиссон ему выпадает, который меня просто запрещает, съедает мою энергию, и я не могу ничего сделать. Ну вот как вот вы хотите сказать, что эта игра не подыгрывает? Конечно, подыгрывает, блин. Только не мне. Здоровски. Это шанс один там, я не знаю, из скольки, чтобы и тебе выпал именно патиссон. На последнем, блин, ходу. Давай посмотрим, сейчас я не удивлюсь, если опять какая-нибудь такая фигня будет. Поехали. Но этот уже, наверное, на заморозках, скорее всего. Хотя я почему-то боюсь больше не заморозок, а хила. Вот на хилках это, конечно, трындец. Поехали, начнем потихонечку. Так, начинается, да? Давай вот так вот поставим нашего спортсмена. Рестлера, или как его там величать? Ну, ну что ты? О, видишь? Подсолнух позвал. Естественно, под солнухом здесь не место. Так, ну что, у нас с тобой сработает защита, правда, этот погибнет. Ну а что можно было сделать? Ничего. Так, давай сюда поставим. Будет уничтожать или как? Или заморозка у тебя? Что у тебя? Ага, на заморозках, все, я понял. Все-таки, блин, гаденыш на заморозках, да? Решил сыграть. Ну давай, так уж и быть, блин. Так, 4. Что у нас там потом с тобой идет? Он ждет грушу, наверное, я думаю, так. А потом, естественно, начнет тут замораживать всех налево и направо. Как они это всегда и делают. Опа, нет, друзья мои, у него... Смотри, что творит, а. Так, еще получил эту, блин, защиту свою.
Случайного зомби превращает. И кто? О, защитник. Слушай, ну это хорошо, если защитник. Ага, заморозка плюс хилы, да? Заморозка плюс хилы. Ладно, давай сделаем вот так вот. Ай-яй-яй, как-то не очень хорошо мне там дали. Так, и прокачиваем опять же наших спортсменов. Кукуруза, в кого он хочет бомбануть ей? Вот так вот даже. Ах ты жук ты навозный, а ты посмотри на него. Сделаем так и вот так. Погнали. Все, друзья, у меня здесь получилось. Ну, с той Розой это, конечно, трындец был. Полный, блин. Под тесом выпал. Так, ну что, тогда двигаемся дальше. Фиг, я сегодня, наверное, дойду до 37-го. До 37-й лиги. Хотя, ребята, за колоду, которую вот за ржавого разряда мы играем, я прошел целых 3 ранга. То есть у меня сейчас 36-й, а был 33-й. Ну, там еще где-то половина сдавалась раньше времени. То есть первый ход, он уже сдается. То есть это не чистые победы, а были. Опять Бунг Чуй, ну чтоб тебя, а. Сейчас начнет свои травяные эти выставлять, да, как всегда. Поехали. Кто-то из подписчиков писал: Рэй, я дошел до 44 ранга, писал он мне. Подожди, какой 44? У нас 40, по-моему, максимальный, да? До... Нет, максимальный 50-й, да? Значит, правильно, до 44 ранга дошел за колоду на разгроме спортсмены. Так, смотри-ка, специально, что ли, да? Поставил. Знает, что у меня тут спортсмен будет. Так, что мы тогда с тобой сделаем сейчас? Чу-чу-чу. Будешь прокачивать же, да? Будешь прокачивать его. Так, ну я пока ничего не буду ставить сюда, ребят. Вот, что он делает? Еще карточку берет. Так, мы понизим ему атаку. И возьмем дополнительную энергию. Так, ну что, давай поставим сюда. И сюда. Твою налево, блин, с этим огурцом. Они всегда, ребята, с этим своим огурцом шоркаются. Сколько раз уже замечаю с этим огурцом, блин, неразлучные друзья. Ведь специально брал все. Смотри, блин, и защита сработала еще. Так, ладно, что мы тогда сделаем? Я предлагаю пропустить ход.
Ни бомб нету, ничего. Все? 6-5. Как раз для этой... для этого урода хватит. Ну чё ты там? Это тебе не понадобится, парень. А вдруг понадобится? Вдруг у него там этот бонусный удар или что там есть? Неуязвимость у него есть. Понял? Ну вот как вот так вот? Восемь-тринадцать, да, здесь? Получается. Хорошо, поехали. Сделаем так. И вот так. Будет он свою истерику врубать или нет? Не знаю. Где мои бомбы? Скажи мне на милость, где мои бомбы, блин, которые уничтожают растения свыше 5? Я не понимаю вот этого. Где они? Так, хорошо, что у меня все-таки, да, есть этот. Сейчас мы его сдвинем сюда немножко, и все. Он же хочет мне нанести 8 в лицо, я так понимаю. Угу. Хочет. Так, давай сюда передвинем. Твою налево сейчас, блин. Чертов огурец, а. Еще сколько раз говорил, что надо валун... А фиг надо. У меня нет валунов, поэтому я, ребят, ничего не сделать не могу. Спасибо, как ты вовремя, блин, появился здесь. Да ну, тут бесполезняк уже. Я говорю, вот такое впечатление, что складывается, ребят. Когда у тебя есть все нужные карты тебе, они просто не выпадают. Мне нужны были валуны, да? Которые могли давить вот этих вот всех. Их просто не дали мне. Понимаешь, просто мне их не дали. Что вот этого чувачка, да, на начальной стадии можно было уничтожить. Что огурец? Нет. Зачем? Обойдешься? Вот такое вот фуфло подкидывают тебе, и все. Как хочешь, так и играем. Жесть, конечно. Да фига мне твою отхил-то, блин. Хильнул он. Ну посмотри, просто нет ни одной бомбы. Нету, ребята, ни одной, блядь, бомбы.